Добрый вечер, уважаемые зрители канала Вайкар. Итак, это Тигуан. Тигуан первый, да, вот поставили хорошую магнитолу. Магнитола 9 дюймов с великолепной прошивкой. И процессор здесь 9863, 4 плюс 64 память. И, конечно же, отличный QLED-экран. Напоминаю, это QLED-экран 1280 на 720 точек. Ну, коли я про него сказал, давайте с него и начнем. Как всегда, мы включаем наш YouTube, да? Видим, все делаем при вас, практически первый включенник. Видим, она хорошо реагирует. Почему? Потому что сразу подключили интернет, стоит сим-карта, видим, да? И ищем наших любимых попугайчиков. Вот он нашел, 4К-видео. И где наши попугайчики? Вот они, смотрим. Как видим, все очень быстро, все хорошо, все просто, потому что она работает через сим-карту. Так, заменяем видео, ставим сразу 1080 и теперь смотрим, пожалуйста. Итак, попугайчиков загрузили, да, как смотрим, поставили великолепное качество, качество 1080, да, и видим, у нас отличная детализация, прекрасная цветопередача, как я всегда говорю, каждое перышко на попугая мы можем легко различить, да. Вот так работает YouTube на наших магнитолах. Я думаю, что вам лучше самим посмотреть, получится только наслаждение. Ну, давайте посмотрим остальное, потому что не только из-за YouTube устанавливают, конечно, ставят в основном из-за чего? Из-за навигации. Все хотят пользоваться навигацией, чтобы ехать быстро, без пробок и так далее, да. Это у нас стандартный экран, да, Алиса, давайте спросим, что там у нее. Невский 25, пожалуйста, Алиса быстро сбудилась, все нам нашла, показывает уже, поехали. Поехали. Вы знаете, я в последнее время всем и рекомендую как можно меньше трогать настройки навигации. Почему? Потому что, ну, к сожалению, Яндекс компания большая, нас не слушает, делают, в общем-то, все сами свои приложения и так далее. И выяснили такую ситуацию. Например, вы изменяете голос, например, с Оксаной, которая стоит изначально на Алису, и привет, у вас не работает звуковое сопровождение по маршруту. А вот у Оксаны все работает. Что тут, в чем тут дело, либо Алиса капризная, либо Оксана хорошая, нам неизвестно, Яндекс об этом не говорит, но это факт, поэтому лучше не меняйте, есть у вас Оксана, вот пускай она вас и ведет по маршруту, либо можете поставить что-то скачать, то есть в принципе скачанные голоса тоже работают неплохо, мне это клиенты неоднократно демонстрировали. Это у нас Яндекс на маленьком экране. Точно так же его можно поставить на большой. Видите, поставили большой экран. Пожалуйста, все быстро развернулось. Наш маршрут остался. Все показывает. Либо давайте сразу покажем полэкрана. Да, вот у нас, ну, можно поставить, конечно, навигатор. Полэкрана поставили навигацию. Второй полэкран мы поставим радио. Да. И что еще хотел в этих магнитолах? В этих магнитолах можно поставить радио не на полэкрана, а, допустим, на треть. Видим, сразу навигация заполняет треть экрана. Поверьте, это очень удобно, особенно если вы пользуетесь какими-то сервисами типа Яндекс Музыка, МТС Музыка и так далее. Они очень хорошо работают на треть экрана. Можно сделать наоборот, если вам нравится вот так, тоже без проблем, да. Видим, вы все станции, видите, у нас все переключается, все прекрасно функционирует и работает, вас слушается, да. Выйти из двух кранов, вот, пожалуйста, смахнули в любую сторону, у вас то приложение, которое остается, открывается полностью, вы можете уже все увидеть на большом экране. Здесь очень много настроек, можно поменять рабочий стол, конечно же, можно пользоваться Play Market, поставить любое приложение, можно поменять вот эти кнопки, поставить любые, можно поменять приложение на этой кнопке и так далее и тому подобное. В общем, магнитола будет вас только радовать. Приезжайте к нам, покупайте, у нас в наличии более 2000 различных магнитол, да, это система климат-контроль, которая тоже, видим, отображается здесь на экране магнитолы. Открываем двери. Показывают двери, да? Включаем камеру заднего вида, пожалуйста, да, у нас магнитола переходит в режим камеры, то есть вам будет удобно парковаться, да. И здесь много еще других различных удобств. Спасибо за внимание, уважаемые зрители нашего канала, ставьте лайки и подписывайтесь на наши новости. До свидания.